друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам Idlecraft мод для Майнкрафта по HD Edition. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется много разных вещей. И да, и вот вышло обновление глобального мода, и в этом обновлении нам добавили два новых декоративных блока, из которых можете делать вот такие красивые дорожки, друзья. И вот эти два новых блока находятся вот в этом, друзья, книжном разделе, в самом конце. Ну а дальше нам добавили 4 новых динамита, которые выполнены в 3D текстурах. Это очень классно, друзья, но, к сожалению, это всего лишь замененные мобы. А также нам добавили подводную лодку, или как некоторые называют, субмарину, друзья. Да, очень классные текстуры, но также нам добавили 2 новых моба. Это вот такая женщина, друзья, или девушка. И добавили нам хомячка. Сейчас вам покажу, вот он. Такой пожитый хомячок, друзья. И теперь он обитает в нашем Майнкрафте Pocket Edition. Ну и, наверное, хотят все, друзья, чтобы я сорвал один из этих динамитов. Ну, я это тоже хочу, поэтому давайте зарём вот этот рыжий динамит. Так, наш Майнкрафт залагал, и я слышу звуки взрывающего динамита. И мне кажется, что скоро взорвётся мой телефон. Но это вряд ли случится. Ну, если это случится, то это, друзья, будет довольно плохо. Ну ладно, мы подождем, когда взорвется наш динамит. Я вижу, потихонечку Майнкрафт начинает прогружать это все. Ну это просто нечто. Так, и все. Как видите, пол мира или пол карты как будто и не было, друзья. Здесь очень много всяких построек было, но теперь это все руины. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.